Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Неизвестная история России. Мифы и факты». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наше исследование на тему «Покорение Кавказа генералом Ермоловым». Алексей Петрович Ермолов прожил долгую и славную жизнь. Родившись в 1777 году во времена Екатерины Великой, он успел перед смертью в 1861 году узнать об отмене Александром II крепостного права. Начав службу еще при Екатерине, славно послужив Павлу и Александру I, Ермолов впал в немилость при Николае I и был отправлен фактически под домашний арест. Последние 34 года своей жизни славный боевой генерал, который еще мог принести много пользы своей стране, провел в отставке. Мало кто знает, что генерал Ермолов был выведен Николаем Гоголем во втором томе «Мертвых душ» в образе генерала Бетрищева. Открытый взгляд, лицо мужественное, бакенбарды и большие усы с проседью, стрижка низкая, а на затылке даже под гребенку, шея толстая, широкая, так называемая в три этажа или в три складки с трещиной поперек, голос – бас с некоторой охрипью, движения генеральские. Генерал Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было разбросано в нем в каком-то картинном беспорядке. Самопожертвование, великодушие в решительные минуты, храбрость, ум и ко всему этому изрядная подмесь себялюбия, честолюбия, самолюбия, мелочной щекотливости личной и многого того, без чего уже не обходится человек. Всех, которые ушли вперед его по службе, он не любил, выражался о них едко, в сардонических, колких эпиграммах. Он любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом, любил знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают от него такое, чего он не знает. Достоверно неизвестно, когда и какому императору генерал Ермолов изрек свою знаменитую фразу «Государь, назначьте меня немцем». В ответ на вопрос, каким бы высоким назначением вознаградить Ермолова за верную службу, не то Александру I, не то Николаю I. Скорее всего, все-таки Александру по окончании заграничных походов. Говорят, что в то время сам всесильный фаворит императора Алексей Аракчеев советовал государю назначить Ермолова военным министром. Но то ли после такого ответа Ермолова, то ли по какой-то другой причине, Александр I отправил его наместником на Кавказ. В 1817 году никто не знал, с чем придется столкнуться Ермолову на Кавказе. Самые первые его дела были дипломатическими. Он был направлен чрезвычайным посланником ко двору персидского шаха. Там бахвальство Ермолова пришлось как нельзя кстати. Ермолов заявил, что он потомок Чингисхана, и ему не составит труда стереть Персию с лица земли, если что. Успехом своей дипломатической миссии, обставленной с подобным тактом, Ермолов убедил себя в том, что азиаты ценят и уважают только силу, и эту силу нужно выставлять на показ при каждом удобном случае. Эту мораль он перенес и на отношения с подвластными России народами. Как раз когда Ермолов находился в Персии, на Кавказе разгоралось восстание против русского господства. Вскоре оно переросло в затяжную войну, длившуюся почти полвека, с 1817 по 1864 год. Ермолов был главнокомандующим русскими войсками первые 10 лет этой войны. Самым опасным врагом Ермолов считал чеченцев. «Ниже по течению Терека, – писал он в обзоре своим действиям на посту наместника, – живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на пограничную русскую линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отомщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников. Усмирение чеченцев Ермолов начал сразу по возвращении из Персии. Он узнал, что в его отсутствие чеченцы похитили начальника собственного штаба Ермолова, полковника Шевцова, и требуют за него большой денежный выкуп. В прежние времена до Ермолова похищения чеченцами русских вельмож и военачальников не были редкостью. Они всегда заканчивались уплатой чеченцам требуемого выкупа, что еще больше разохочивало чеченцев к повторению подобных подвигов. Ермолов, в противоположность своим предшественникам и большинству преемников, не стал церемониться. Он приказал казакам совершить налет на ближайшие чеченские аулы и взять в заложники 18 старейшин. Чеченцам было объявлено, что если Шевцов не будет отпущен в 24 часа без всякого выкупа, то все старейшины будут повешены в первый же час по истечении ультиматума. Результат. Задолго до окончания назначенного срока Шевцов был отпущен на свободу.
Этот случай убедил Ермолова в действенности мер устрашения. Он сам разохотился настолько, что считал любые другие средства приведения кавказцев к покорности неэффективными. «Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, без всяких околичностей», писал Ермолов в своих мемуарах, «предположил выгнать их земель аксаевских. При атаке сих деревень, лежащих в твердых и лесистых местах, знал я, что потеря наша должна быть чувствительной, если жители оных не удалят прежде жен своих, детей и имущества, которых защищают они отчаянно, и что понудить их к удалению жен может один только пример ужаса». В ходе этой акции устрашения, по подсчетам самого Ермолова, были убиты все чеченцы-мужчины числом более 400, не считая женщин и детей, которые бросались на русских солдат с кинжалами. Чеченцы, которым не оставили выбора, уложили на месте также, по признанию Ермолова, до 200 русских солдат. Таким образом, карательные операции Ермолова, в которых он имел дело с противником, находившимся в безвыходной ситуации, приводили к большим потерям в рядах русских войск. Это обстоятельство играло против Ермолова. Вокруг него постоянно велись интриги. Многим хотелось занять его место. Новый император Николай I, узнав, что генерал Ермолов был близок ко многим арестованным участникам декабрьского мятежа 1825 года, приказал установить за ним негласный надзор. Ну а как Ермолову было не быть близким к декабристам, если они вместе прошли войну против Наполеона? Тем не менее, Николай I больше всего опасался популярности Ермолова в Кавказской армии. А вдруг он чего доброго двинет эту армию, в которой его все боготворили как вождя, на Петербург? В 1826 году Николай I отправил для присмотра за Ермоловым генерала Ивана Паскевича, которому всецело доверял и даже фамильярно называл его отцом-командиром. Паскевич был хорошим военачальником, но в деле Ермолова он повел себя как конченый подлец. Паскевич составил рапорт, из которого следовало, что Ермолов, во-первых, морально разложил армию, не муштрует ее. Во-вторых, завел себе гарем из туземных наложниц и сам морально разлагается. В-третьих, позволяет себе излишней жестокостью в отношении коренного населения Кавказа, чем не привлекает их к русской власти, а еще больше восстановляет против России. Глядя из Петербурга, можно было и впрямь подумать, что Ермолов, сведя к минимуму регулярные строевые занятия, ослабил дисциплину в армии. Но такой взгляд не учитывал специфики Кавказской армии, которая постоянно находилась в боях. Что касается гарема, то это было истинной правдой. А насчет того, правда ли, что действия Ермолова больше оттолкнули народы Кавказа, чем способствовали их замирению, историки до сих пор не могут договориться. Факт, однако, в том, что после отставки Ермолова, а его место в 1827 году занял Паскевич, война на Кавказе продлилась еще 37 лет. Сколько бы она шла, если бы Ермолов продолжал командовать, неизвестно, но главнокомандующих там пришлось менять еще неоднократно. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.